Весна проверяет белорусов на прочность. Ветер поднялся еще в понедельник и, по всей видимости, не оставит в покое даже на выходных. Синоптики объявили желтое предупреждение. Завтра порывы ветра усилятся до 18 метров в секунду. В Штатах тем временем бушуют ураганы. В центральной части Индианы обесточено около 70 тысяч домов и предприятий. В Огайо люди тоже сидят без света. Стихия прошлась и по Казахстану. Непогода затронула 13 областей. Во многих районах перебои с энергоснабжением. Разрушено 160 домов. Погибли 2 человека. Сейчас в стране восстанавливают инфраструктуру, а власти подсчитывают ущерб. Уже завтра весенняя погода, которая установилась в городе на Березине, сменится ночными заморозками. Воздух остынет до нуля. Днем столбики термометров поднимутся от 6 до 8 градусов. Осадков в выходные не прогнозируют. А вот в начале следующей недели в некоторых районах пройдут кратковременные дожди. Кристина Ильянс, Андрей Богдан, Бобруйск, 360.